Здравствуйте, Виктор. Это видео про ваш объектив. Итак, смотрите. Объектив в очень хорошем техническом и косметическом состоянии. Одна только небольшая потертость. Диафрагма сухая, чистая. Работает очень мягко. Переходничок с одуванчиком. Задняя линза. Сейчас я проверю в моей камере. Так, кольцо диафрагмы. Немножечко справа, но это особенность этого переходника, которая на съемку никак не влияет. Кольцо фокусировки двигается без задержек. В меру мягко. Идеально подходит для работы с видео, не только с фото. Фокусное расстояние припрограммировано 50 мм, диафрагма 1,8. Задержка входа в режим программирования 1 секунда. Пока нет попадания в фокус, вы не можете сделать кадр. Вот сейчас у нас сфокусировано на бесконечность. Звучит звуковой сигнал, если посмотреть видоискатель, увидите световое подтверждение по выбранной точке. Ну вот видите, выбранная точка, он сфокусировался на бесконечность. То есть, если, например, вы смотрите видоискатель, и пока, вот, видите, нет фокусировки, кнопка затвора невозможно нажать. Только появилась фокусировочка, звучит звуковой сигнал, видите, световой сигнал, и происходит срабатывание затвора. Все как на автофокусном объективе, только вместо мотора автофокуса ваша рука. Сейчас я упакую объективчик и завтра утром из Словакии отправлю к вам в Черногорию. Спасибо за внимание.